По площади проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. На площадь вступает парадный расчет управления Южного военного округа, возглавляемый заместителем начальника штаба военного округа генерал-майором Игорем Максименковым. В знаменной группе парадного расчета знамя ордена Суворова Краснознаменного Южного военного округа. За проявленное мужество, смелость и отвагу в годы Великой Отечественной войны 538 воинов военного округа удостоены звания Героя Советского Союза. В послевоенные годы героями Российской Федерации стали 32 военнослужащих Южного военного округа. 4 мая Южный военный округ торжественно отметил 101-ю годовщину со дня образования. Торжественным маршем по площади проходит парадный расчет 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО. Возглавляет парадный расчет заместитель командующего объединением, заслуженный военный летчик России генерал-майор Тагир Гаджиев. В годы войны 277 воинов воздушной армии стали героями Советского Союза. 7 летчиков дважды, а Александр Покрышкин трижды героем Советского Союза.